город комфортный для проживания. В Химках супруги Кондратенко уже 3 года делятся. Нравится, что здесь много зеленых насаждений, а вокруг живописные пейзажи. Немаловажно, что повсюду огромное количество парков и скверов, где можно прогуляться. В семье 5 детей. Совсем скоро они будут отмечать новоселье в жилом комплексе Ивакина, который уже сейчас на стадии строительства. Здесь хороший, именно это место, река рядом, здесь лес, да, очень хорошо очень гулять хорошо с детьми. Мы каждый вечер ходим на прогулки возле реки, рыбалка, муж рыбалка, любит рыбу. Рыбаки такие рыбу ловить. Поэтому именно эта локация, Химки, все вместе нам здесь очень понравилось. То есть это про место для нас. А еще здесь доступная инфраструктура, отмечают супруги Ярослав и Оксана Кондратенко. Вместе с жилым комплексом возведут детский сад и школу. И это самое главное для многодетной семьи. Проживаем мы здесь сейчас в частном секторе, но в школу и в садик мы возим город Долгопрудный. Конечно, это очень далеко для нас. Естественно, мы хотим побыстрее, чтобы все построилось, чтобы уже никуда мне не возить детей, потому что это как работа, да, туда-сюда, все будет рядом на месте. Мне кажется, просто будет сказка для нас. Большая, современная, а главное – в шаговой доступности. В школе смогут получать знания 1100 учеников. Площадь здания – более 12 тысяч квадратных метров. Рядом – для самых маленьких – детский сад на 300 мест. Ребята и их родители вместе с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным заложили капсулу времени в основании будущих учреждений. Послания теперь будут храниться в бетонных кубах, которые станут частью фундаментов дошкольного и образовательного учреждений. Строительство школ и детских садов – одна из приоритетных задач администрации городского округа. Важно, чтобы подрастающее поколение учились в современных и комфортных условиях, отметил на торжественной церемонии глава Химок Дмитрий Волошин. И не только жители этого района могут посещать эти школы и сады. Это профицитные социальные объекты, но и близлежащих районов. Поэтому эта задача приоритетная. Идем, как говорится, полным ходом, не останавливаемся, потому что это очень важно. То, что в эти учреждения смогут ходить дети и из других микрорайонов, не может не радовать, признается Анастасия Исакова. Она коренная жительница Химок. Вместе со всей семьей живет в близлежащем жилом секторе. Рассказывает, что уже сейчас задумывается, чтобы ее дочь также получала знания в стенах новой школы. Данный социальный объект, а именно школа, будет находиться в шаговой доступности, минуя все дороги. По проекту в детском саду предусмотрено 12 групп, а в школе, помимо учебных классов, будут просторный актовый зал, помещение для групп продленного дня, мастерские и 2 спортивных зала. При возведении зданий задействуют исключительно экологичные строительные материалы. Для детского сада выбирались несколько более яркие тона, не режущие глаз, для школы более спокойные. Фасад школы многоструктурный, телюрный фасад есть, и мокрый фасад, и немножко кирпичная кладка. Ну, то есть, чтобы было разнообразие в взгляде, в облике. В ногу со временем оба здания будут отвечать всем необходимым требованиям, а оснастят школу и детский сад исключительно по последнему слову техники. Также по современным стандартам благоустроят и прилегающую территорию. Планируется, что детский сад и школа для детей распахнут свои двери в День знаний в 2026 году. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.